12 октября в станице Динская Краснодарского края прошел уже ставший традиционным третий по счету открытый районный турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира и Европы, двукратного чемпиона Европейских игр Степана Марьяняна. Здравствуйте, дорогие друзья, участники соревнований, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на гостеприимной земле Динского района. Сегодня в спортивном комплексе «Аполлон» состоится открытый районный турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Степана Марьяняна. Турнир посетило большое количество заслуженных чемпионов и официальных лиц. Олимпийский чемпион Давид Чеквитадзе. Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Заслуженный мастер спорта Рустам Асакалов. Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Николаевич Москаленко. Заслуженный тренер России, личный тренер Степана Марьяна Игорь Иванович Иванов. Прозвучали слова напутствия подрастающему поколению. Степа, хотел бы сказать тебе огромное спасибо. Искреннее спасибо от вот этих мальчишек, у которых горят глаза, которые хотят чего-то добиться, которые хотят стать сильными, смелыми мужчинами. Ребята, до вас, ваши старшие, высоко подняли флаг российского и кубанского спорта. И Степан, который поднял этот флаг и тоже с гордостью высоко несет. Хочу, чтобы и вы также смотрели, учились на них и высоко нести флаг российского спорта и российской борьбы. И благодарности организатору. Этот турнир проводит наш земляк, динчанин, заслуженный мастер спорта Российской Федерации, неоднократный чемпион мира и Европы Степан Марьянян. Мы надеемся, что это будущий олимпийский чемпион. Под занавес церемонии открытия были вручены благодарственные грамоты ключевым фигурам греко-римской борьбы Краснодарского края. Разрешите в вашем присутствии вручить благодарственные письма от председателя законодательного собрания Краснодарского края. Благодарность председателя законодательного собрания Краснодарского края вручается Иванову Игорю Ивановичу, тренеру спортсменов Марьяняна Семенова Головина. Благодарность вручается Иванову Алексею Игоревичу, тренеру спортсменов Марьяняна Семенова Головина. Благодарность председателя законодательного собрания Краснодарского края вручается Марьяняну Степану Маиловичу. Благодарность председателя законодательного собрания Краснодарского края вручается Головину Александру Сергеевичу. Спасибо большое. Желаю всем удачи на соревнованиях.